Наш университет – один из старейших вузов в стране. И главная его задача – создать специалиста новой формации, человека активного и полного веры в свои собственные силы, воспитать педагога не только профессионального, но и творческого. Всем, кто придет к нам обучаться на факультет, очень повезет. Потому что на факультете эстетического образования формируется, а потом и развивается будущая элита педагогики и искусства. Кафедра художественно-педагогического образования находится на факультете эстетического образования нашего университета. На кафедре художественного образования имеются две специальности. Это изобразительное искусство черчения и народные художественные ремесла. И второе направление – изобразительное искусство и компьютерная графика. В рамках данных специальностей студентам прежде всего доступны занятия по изобразительному искусству и на одном отделении, и на втором отделении. Это рисунок, живопись, композиция, цветоведение, история искусств. Формальная композиция – основа всех практически дальнейших творческих работ будущих деятелей искусств, которые выпускаются с нашей кафедры. Композиция – это предмет, который учит людей думать, учит их размышлять, учит их делиться своими мыслями в картинах. Допустим, вот можно использовать живопись как пример. Когда художник планирует будущее произведение, он собирает, сначала учится рисовать, писать людей, их портрет, а потом их компонует в своей картине. Творчество для меня – это не просто хобби или занятие для души. Это то, чем я действительно живу, дышу. Это то, что заряжает энергию, которая способна преобразоваться в самые разные формы. Больше форм – больше магии. В университете я открыла для себя столько форм, до которых сама подобралась явно не скоро. А еще я узнала, что преподавать – это лучший способ вдохновлять и вдохновляться. Каждый педагог знает, что работа с глиной и с другими пластичными материалами незаменима для развития мелкой моторики. Развивая руки, человек развивает мозг, пространственное мышление, творческое воображение, возможность сделать что-то необычное своими руками, используя замечательный пластичный материал глину, очень важно для человека, желающего творить. Большая часть жизни, ведь все, что нас окружает, это чье-то творение. Поэтому для меня важно создавать что-то новое и необычное. Работа в мастерских позволяет нам делать это. Дает возможность научиться работать с новыми материалами и в новых техниках.
Изучение народных ремесел, в том числе белорусской народной вышивки и костюма, дает возможность тесно соприкоснуться с культурой нашего народа. В рамках предмета студенты способны не только оценить красоту белорусского орнамента, но и использовать полученные знания и навыки для создания собственных проектов. Мне нравится узнавать больше о культуре своего народа, о том, как мои предки воплощали в жизнь свои творческие идеи, создавая прекрасные изделия ручной работы. Вышивка, ткачество, гончарное мастерство – это то, что действительно интересно. На занятиях компьютерной графики студенты получают знания о средствах, способах и методах работы с графическими редакторами векторной и растровой графики. На занятиях по учебной дисциплине художественного проектирования студенты осваивают принципы создания фирменного стиля, книжной иллюстрации, плаката, инфографики. Эти знания студент впоследствии может использовать как в сфере дизайна, так и в педагогической деятельности. Для меня творчество – это в первую очередь самовыражение, способ отвлечься от реального мира, где множество дел, которые ждут решения. Творчество – это отдых для души, но не всегда для тела. Я многому научился здесь и многое узнал. Особо нравится скульптура, живопись и компьютерная графика. Для этого необходимо сдать централизованное тестирование по двум дисциплинам «История Белоруссии» на выбор «Русский язык» или «Белорусский язык». Но кроме того, у нас есть еще творческий экзамен. Не волнуйтесь, у вас все получится. Просто нужно подготовить, например, работу, выполнить построение и тоновую проработку постановки из трех элементов, геометрического тела, муляжа фрукта и предмета быта. У вас есть возможность стать будущей элитой белорусской педагогики искусства. Мы блистаем. Мы покоряем новые высоты. Мы создаем будущее. Мы энергия. Мы знания. Мы творчество. Мы ФЭО.